Первые машины с эмблемой Кубка Конфедерации 2017 года вышли на линию еще в выходные. Тестовые соревнования на стадионе «Фишт» пройдут в начале следующего года. Однако уже сейчас сочинцы и гости курорта должны быть осведомлены о предстоящем событии мирового масштаба, считает руководство города. Мы определили основные маршруты, которые идут на Красную Поляну и на Псоу, также заезжая в Олимпийский парк. Это 105, 125, 135 автобусы, 57. И в понедельник уже 100 автобусов у нас будет ходить с этими эмблемами. Потому что эти маршруты наиболее востребованы людьми, наиболее загружены и идут в Олимпийский парк, там, где будет проводиться соревнование. Эмблемы Кубка Конфедерации не остались незамеченными пассажирами. Здесь все очень ждут, и я увидела, прям приятно, что весь город об этом говорит, знает. Я считаю, реклама на автобусах отлично, нормально. А где еще? Только там и видно. Те, которые даже не знали, узнают, что у нас проходит такое классное мероприятие. Интерес к футболу в Сочи набирает обороты, и это чувствуется не только на футбольном поле, но и в городской среде.